пресс-конференцию участников проекта «Новые лица». На этот раз она посвящена теме образования и бизнес. Образование и бизнес. Сегодня мы поговорим о кластерном развитии бизнеса, образования и науки как одной из составляющих глобальной политики ведущих университетов Харькова. И сегодня у нас Эдуард Рубин, ректор по информационным технологиям НТУ ХПИ и профессор-кандидат экономических наук Тарас Данько. Здравствуйте. 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 Наверное, Эдуард начнет сначала. Здравствуйте. Да, я... тема очень интересная. Образование и бизнес. То есть это две вещи, которые не могут друг без друга существовать. Бизнес не может существовать без образовательных процессов, потому что ему нужны ресурсы, которые были высококвалифицированы. Образование должно иметь сбыт того, кого мы обучаем. Да? То есть люди, которые учатся, они должны получить работу, получить интересную работу, современную, и получить ее здесь, в городе, чтобы был интерес работы как психологической, так и материальной. Я пришел из бизнеса именно для тех, так, в образование, чтобы соединить эти две вещи. Мы с Тарасом обсуждали уже давно эти вопросы, и, понимаете, мы определили, что каким образом можно сегодня сделать, как сегодня в мире все это происходит. И есть такое понимание, как кластерное, как кластер. И кластер – это объединение образования, бизнеса, науки и государства. Городского управления, областного управления. То есть вот четыре заинтересованные стороны. Я бы, наверное, все-таки про кластеры хотел бы передать сейчас слово Тарасу, потому что он сам главный специалист, я считаю, у нас в городе, поэтому в этой теме он лучше расскажет, а потом мы уже подискутируем. Спасибо. Почему вообще я думаю, что очень хорошо, что мы в Харькове об этом сейчас говорим, потому что вот Харьков, процветание Харькова, вообще вот такой город, который мы знаем, он возник благодаря университету. То есть Харьков – это город, где городообразующим предприятием 19 века был университет. И вот если вы почитаете квитку Основяненко, он писал, как произошло богатение, там богатство в Харьков пришло. Он пишет, вот приехал там студент учиться, потом за ним приехали его родители, вот, и потом как бы стали здесь жить и увидели, как здесь все хорошо, и он описывает лучше меня, я не хочу сейчас пересказывать, как здесь хорошо, и потом уже решили навсегда остаться, купили здесь дом, квартиру и остались в Харькове. И посмотрите, как расцвел город. Это он писал в 1828 году. И вот если мы говорим сейчас, переходя к кластерному подходу, то на самом-то деле кластерный подход, он в Харькове был всегда, просто есть вот два слова, что, о чем мы говорим. Когда мы говорим о кластере, мы имеем в виду в первую очередь секторальное отделение. То есть, например, может быть кластер фармацевтический, может быть кластер машиностроительный, вот кластер IT. То есть, когда вокруг, когда собираются компании, когда собирается образование, когда собираются поставщики и во многом как бы участники рынка, вокруг какой-то технологии, вокруг какого-то продукта, и за счет этого объединения они становятся более конкурентоспособными. То есть вот есть фрагментированные кластеры, когда вот каждый сапожник там что-то делает сам, и все. А когда появляется вот как бы культура, на самом деле это цеховая еще культура, когда появляются поставщики, которые начинают там лучшую кожу возить этим сапожникам, оно уже невыгодно, каждый не может купить себе столько, а вместе они там скидку получают от поставщика. Когда появляется какое-то там шоу, когда они вот 10 поставили рядом магазины, и люди уже приезжают именно вот этот город сюда за обувью, а я сказал шоу, подразумевая то, что можно же дальше показ моды устроить в этом городе, да, и вот так появляется кластер обувников Италии, который самый конкурентоспособный в мире. И мы все знаем, что такое итальянская обувь. А сейчас обувь, например, это высокие технологии. Потому что обувь, мы понимаем, это высочайшие нагрузки, когда человек в них идет. Это, соответственно, новые материалы, это медицина. То есть вокруг этого кластера сейчас такая высокая наука. А казалось бы, всего-навсего вот этот вот там сапожник начинал когда-то там первое это делать. Вот. Точно так же у нас в Харькове все это было, потому что вот Харьковский политехнический институт, он стал результатом того, что возникло, уже существовало в городе понимание, что нужно развивается в мире химическая промышленность, развивается в мире
вот транспорт, то есть железнодорожный транспорт и так далее, нужны специалисты, которые могут это все обслуживать, понимали, что если удастся здесь депо сделать в Харькове, понимали, что если здесь сюда как-то удастся завести химическое производство, город просто будет экономический бум в Харькове. Это понимали в первую очередь харьковский бизнес, вот эти вот купцы, да, харьковские. И они тогда пришли в университет и сказали, готовьте нам эти кадры. Они сказали, наверное, вот будем делать по-человечески, как во всем мире, будем создавать здесь технологический вуз, который это будет все делать. Вот, и вот Харьковский технический институт, это, опять же, это проект местного бизнеса совместно с местными учеными, который потом уже был пролоббирован в царстве, в Санкт-Петербурге и так далее, добились эти все, нашли вот этих там меценатов, нашли великие там вот людей, которые вошли в наблюдательный совет и так далее. Вот, и в общем-то... Всем понравилось. Да. И по сути, как бы, вот кластерный подход, это, если мы говорим с позиции образования, то как делать так, чтобы вуз все время находился в связке с тем бизнесом, который развивается, который создает что-то конкурентоспособное. Вот, мы заинтересованы в том, чтобы наши выпускники приходили в такой бизнес. Мы заинтересованы в том, чтобы они трудоустраивались там. С другой стороны, мы понимаем, что если нам этот бизнес будет заранее говорить о своих проблемах, как бы куда идем, вот, то тогда, собственно говоря, у нас есть возможности для того, чтобы делать лучшие программы, для того, чтобы привлекать абитуриентов, которым мы можем хотя бы лучше объяснить, какие у них перспективы. Все же мы понимаем, молодежь сейчас очень прагматична, они хотят видеть свою будущую карьеру, они хотят воспитывать, они хотят, вот, чтобы у них все в жизни удалось, я имею в виду, там, да, чтобы были деньги, на которых там квартира, ребенку дать нормальное образование и так далее. Сейчас все об этом думают. Вот. И когда вот этот 17-летний, 18-летний человек принимает решение, а куда ему пойти, он хочет видеть, что это не просто вот диплом ради диплома, а что это, в общем-то, профессия и дело, которое может быть предметом всей жизни. Эдуард, я думаю, вам можно передать это слово. Да. Я хочу сказать, что мы начали этот процесс еще год назад, такой, именно в ХПИ, тогда я еще руководил колледжем, и дуальную форму обучения. То есть мы посмотрели, я 3,5 года проработал директором колледжа и увидел ту проблему, что не на чем учить студентов. Не на чем учить студентов и некому учить. Особенно касается IT-технологии, когда мы понимаем, что IT-технологии идут так быстро, а преподаватели не успевают за этими знаниями. И подчас студенты знают гораздо больше, чем преподаватели. И мы тогда пришли к такому выводу, что давайте будем делать дуальную форму, когда студенты будут учиться и работать. И вот вы знаете, уже год это длится эксперимент. Мы прошли все ошибки, учли все ошибки, сейчас второй год они уже будут работать, мы уже, учитывая ошибки, немножко изменили структуру. Но наши ребята теперь с 3-4 курса колледжа, они учатся 4 дня в неделю, 2 дня в неделю, понедельник, суббота, а с нового года будет с утра учиться с 8 до 10 утра, и остальные дни они просто ходят на фирмы, работают в конкретных реальных проектах. По своей специальности, да, конечно. На фирмах преподаватели ходят на эти фирмы, они смотрят, разговаривают, мы понимаем, какие потребности есть, и этими потребностями дальше ребят доучиваем или переучиваем, или делаем какие-то изменения. Также все фирмы, с которыми мы работаем, они участвуют у нас в создании учебных планов. То есть таким образом, чтобы мы всегда были в тренде, чтобы все, что новое появляется, мы могли изменить. Сейчас мы это будем переносить на высшее образование уже в университет. Почему? Потому что никому, всем известно, что студенты, начиная с 4 курса, иногда и с 3, что очень плохо, они уже работают и прогуливают занятия. Идет борьба в институтах, чтобы они занимались. Другое дело, они говорят, что мы там гораздо больше получим. Ну, где-то правда наполовину. Для этого говорю, давайте, зачем мы будем бороться, когда надо это возглавить. Давайте это возглавим. То есть мы собираем наших фирмы и говорим, что нужно в учебном плане поменять. Давайте мы сделаем таким образом, пусть они у вас работают официально. Мы перестроим учебные планы таким образом, чтобы они могли получить те знания, которые необходимы. Если они хотят работать, они будут заниматься в субботу и с утра. И мы выстраиваем таким образом, чтобы все это работало.
Другую технологию, которую мы будем применять, это студентам будем, скорее всего, они не будут в группах и будут изучать те предметы, которые они хотят. Вариативные части. Да? Есть основная часть, есть вариативная часть. Вот вариативную часть мы будем изменять. Зачем студентам изучать там 4 или 5 языков? Да? Он хочет на каком-то, это я говорю, об IT-специальности. На какой-то специализироваться на чем-то. Тогда он берет и там изучает Java, другой .NET, и мы смешиваем эти группы, то есть кто хочет заниматься одним языком, кто хочет другим языком и так далее. То же самое будет и в других специальностях, потому что мы посмотрели, очень сегодня востребованы специалисты для работы на станках с ЧПУ. Сегодня очень много малых предприятий новых, на которых стоят эти станки, и у них нет специалистов. Ну, мы знаем большие предприятия, там, авиазавод, ФЭД, турбины, где стоят такие станки, и они тоже берут туда людей с высшим образованием, потому что, ну, тяжело работать сегодня. Техникумы не выпускают таких. Вот мы сейчас начали, то есть мы готовим в колледже, при НТУ ХПИ, готовим станки с ЧПУ, а на чем их готовить, да? Такой станок стоит сотни тысяч долларов. Кто нам сегодня их даст? Никто. Поэтому давайте мы изменим таким образом, чтобы они работали прямо там на станках, а у нас получали теорию. Причем мы берем специалистов с этих заводов, которые ведут занятия, теорию ведут, и там же ведут у них практику на предприятиях. Надо сказать, что сегодня такие вещи очень популярны, особенно у студентов. Они получают знания, они сразу работают со специалистами, они работают на современных станках. Точно так же, например, автоматизированное проектирование. Мы сегодня прошли, не буду назвать эти заводы, ну, это военные заводы, которые нас разрушали, к сожалению. Там еще чертят современные машины на кульманах. И ты понимаешь, что это прошлый век. То есть сегодня уже мы студентов, никто не учит их сегодня работать на кульманах. То есть кто завтра будет это все чертить? Сегодня нужно переделать, сегодня мы должны предприятия подтягивать под себя. И вот здесь кластеризация, она очень важна. Когда образование говорит, не, ребята, мы для вас готовить не будем, потому что вы где-то далеки. Они, давайте нам помогите. Они обращаются в министерство или городу. То есть мы совместно решаем эти вопросы, потому что без этого никак нельзя. Образование не может идти, должно быть впереди, чтобы выпускать специалистов. Но для этого нужно оборудование, на котором их учить. И вот эта цепочка вся завязана. Но я думаю, что мы эти вопросы пройдем, решим и будет нормально работать. Притом мы где-то в феврале хотим провести такую конференцию по дуальной форме. Да, сегодня мы это проводим в Харьковском политехническом университете, но надо понимать, что город, особенно тот проект, который там ведем, Харьков, глобальный город, это город не только ХПИ, это город и остальных, и ХАИ, и ИНЖЕК, и университет. Надо сказать, что многие из этих вузов вышли из ХПИ, да, они потом отпочковывались и создавались, так сказать, отдельные вузы, потому что промышленность, индустрия на тот момент требовала, там в 30-е годы требовала авиационную промышленность, в 60-е годы требовалась радиотехническая промышленность, и так далее, и так далее, и так далее. То есть оно шло и продвигалось. И так про это раз, что вот эта кластерная система, она уже была. Еще кирпичом была разработана, который тогда сделал. То есть вот бизнес, там, купцы, меценаты, вот город, нам это нужно. Но это потом все зашло там, в теориях пятилеток и всем остальном, в госплане это все это ушло. А сегодня должно вернуться, потому что госплан он заменил. Вот заменил экономику постепенного развития, да, то есть вам сказали так делать, все, больше тебе ничего не надо делать, вот так и делай. Но он не смог справиться с этой массой экономики, которая делает, и он разрушился. Сегодня мы вернулись к той же системе экономики, которая была когда-то, да, то есть рынок определяет все. Раз рынок определяет все, мы должны объединиться и на этот рынок работать. Какой это будет? IT-рынок, числовые станки с ЧПУ, это будет производство самолетов, производство танков, машин или что-то еще, это уже второй вопрос. Сегодня у нас потребность там, в беспилотных самолетах. Это не только наша потребность, это не только потому, что связано с войной, но война подтолкнула к этому, да? Она подтолкнула к созданию. Почему? Потому что нужны эти самолеты для смотреть, как у нас леса, нет ли пожаров, какие у нас там трубопроводы, нефть и газопроводы, которые необходимы. То есть это все одно и то же производство. То есть, как и всегда, армия или подготовка к войне, она потом давала пищу для мирных целей. Если мы возьмем американский опыт, то
почему они опередили, например, Советский Союз, да потому что все, что они создавали для армии, в первую очередь, да, Советский Союз создавал, потом они это все запускали, запускали в бизнес, производство для бизнеса. А в Советском Союзе это все потом секретилось, секретилось, спряталось, никому не давалось, ну и все, естественно, оно не развивалось. А там, здесь, я всегда привожу хороший пример, там, с базы данных Oracle, да, известная, что она до сих пор живет, то есть финансировали Министерство обороны, ее создали, потом они себе сделали ее и говорят, ну, прекрасно, продавайте дальше, мы будем получать себе новую версию. В Советском Союзе тогда тоже была такая база данных, да, DB1, DB2 и так далее, но она была только для армии. И что, когда Советский Союз развалился, специалистов не стало, и все это все сам интернет, наверное, тоже создавался. Интернет для армии, Facebook, я считаю, что тоже, так сказать, ну, армия, не армия, но там ЦРУ или что-то еще. В конце концов, есть, есть потребность мировая для каких-то таких вещей. Да? Там создали Facebook, тут создали в России создали ВКонтакте. То есть там, где есть масса людей, в Китае Байду создали с хорошим таким названием, но по-китайски это хорошо звучит. И все это как раз вот именно для управления массами людей. Ну, значит, управление, давайте думать, как в это состояние жить. И мы сегодня в Харькове очень много фирм, которые работают именно на западные, на американские, на европейские компании и производят все, что необходимо для мирных целей. Потому что для армии там производится все это в Америке, потом это все выпускают и говорят, делайте там что хотите, зарабатывайте деньги, нас это не интересует. Ну, вот и хотелось бы акцентировать на экономической стороне вопроса, потому что, в общем-то, все мы, наверное, заинтересованы в том, чтобы мы процветали, то есть, чтобы уровень жизни у нас рос, и сейчас мы встречались с Богданом Гаврилишин в Харькове, и я задавал ему вопрос, а как Харькову вот сейчас меняться, изменяться, а он сказал очень просто, он говорит, смотрите, вы можете все, вы можете сейчас развиваться даже быстрее, чем развивается страна, только если вы будете понимать, чего вы хотите, если вы скажете себе, что да, вы это можете сделать, вы научитесь этому делать, и просто сделайте после этого. И, и на самом деле вот эта простая формула, в ней вот это слово «научитесь», оно не просто… Мы хотим, мы можем, мы сделаем. Еще нужно уметь посмотреть. Так вот, когда мы смотрим на весь мир, то он развивается за счет того, что есть высокие технологии, что вот конкурентоспособность – это там, где высокие технологии, конкурентоспособность – там, где знания, конкурентоспособность – там, где интеллектуальный капитал, так называемый. Вот есть в мире большие города, которые там, в которых там много бедных людей, потому что там дешевая рабочая сила, кто-то там на этом, может быть, зарабатывает, может человек там пользоваться дешевым рабочим трудом, я имею в виду какой-нибудь там предприниматель, но это не путь процветания, это путь… На самом деле такие города, они проблемные, всем понятно, когда вместе проживают там, в 10 миллионов городов. Вот Мехико, мне рассказывали, я там не был, но говорят, что таким образом устроено, что 4 миллиона живет там в городе, в таком, ну, приличном, как Харьков, да? А за пределами города порядка 20 миллионов, это просто слам, там, где нет электричества. Ну, то есть это просто деревянные щитовые постройки там, вот, и он там мигрирует, приезжают люди, заезжают, обслуживают в Мехико, выезжают из Мехико. То есть и получается, что вот это нужно всем понимать. Это вызов постоянно перед любым городом. Во что он может скатиться? Он может скатиться и вправду пойти вот это там, где дешевая, неквалифицированная рабочая сила, которой, конечно, все найдут применение. То есть и заставят делать неквалифицированную работу там. Ну, я не буду здесь развивать эту тему, что можно делать с бедными, необученными людьми. С ними можно много всяких интересных, вкусных дел делать, если ты, ну, злой человек. Он да. превращается в электорат. Да. Вот. А города, которые процветают, это там везде люди, у которых есть профессия, у которых есть знания, которые могут конкурировать на мировых рынках, создавать что-то, то, что нужно всему миру и уникальное для всего этого мира. Вот. И получается, что вот это вот процветание, оно начинается там, где есть международная конкурентоспособность. А международная конкурентоспособность, она в этих кластерах, о которых мы снова говорим. То есть потому что в одиночку на сегодняшний момент конкурировать или создавать что-то на мировом уровне очень сложно. Не в том смысле, что сложно, да, там кто-то должен вместе с тобой делать. Вот здесь мы как раз подходим к этой идее там, госплана и так далее. Вот есть две модели. Есть модель
командного управления, когда мы всех собрали вместе, и мы пытаемся вот из единого центра заставить людей каким-то образом что-то делать. Но на самом деле это просто невозможно. Есть ограничения, физические ограничения, связанные с физическими ограничениями человеческого мозга. Нету, кто бы там никто ни думал, нету людей, которые в состоянии продумать за всех все. Это невозможно физически, это доказано учеными, что максимум мы можем продумывать за 100 человек. За миллион мы не продумаем. Вот, соответственно, получается, что эта модель оказалась неэффективной. Мы можем за миллион продумать только одно, как их ограбить. Это легко продумать. И это показано было историей, когда создавались концлагеря и так далее. Там, да, технологично понимали, что сделать с такой массой людей. Вот. Когда мы говорим о возможностях развития, это только самостоятельность. Но самостоятельность через возможность вот, знакомиться друг с другом, находить общие интересы, договариваться о чем-то, через какие-то площадки. Вот. И получается, и когда... В Харькове был директор, вернее, известный ученый, вот он работает сейчас в Сколково, но его имя международное, он 10 лет до этого и до сих пор в Соединенных Штатах Америки работал, доктор биотехнологических наук, он рассказывал пример такой, сейчас не буду перебирать фамилию, но он рассказывал так, что у него есть лаборатория в Соединенных Штатах Америки, есть лаборатория в Сколково и в России. Он говорит, бюджет в России у него в 10 раз больше. Он так сказал. Но, говорит, как вы думаете, где у меня, где мне нельзя потерять лабораторию? В Соединенных Штатах Америки. Потому что, оказывается, в России у него потому бюджет, что он все вынужден делать сам. Вот, и он все покупает втридорога. И у него ничего не получается. В Соединенных Штатах Америки он интегрирован в систему, в этот кластер. Сюда он знает, к этим людям он придет, они проведут ему сразу лабораторные исследования. Сюда он придет, вот он журнал, который вот здесь то-то-то-то. И вот он там у него маленьким бюджетом, но он все делает. Здесь он должен за золотым делать какую-то там эту лабораторию, которая будет делать только ему вот это там испытание, и дальше она будет не работать. То есть это неэффективно, это не работает. Вот, поэтому кластеры, поэтому интегрированные в мир кластеры, то есть где мы даже можем брать на себя что-то и за счет этого развиваться. Вот сейчас в Европейском Союзе активно обсуждается тема так называемой smart specialization, разумная специализация. Что такое разумная специализация? Это когда не просто создается там кластер химический, но становится понятно, чем в Европе, а может быть в мировом масштабе, именно вот эта группа, агломерация предприятий, вот в этом регионе, может что-то делать высочайшего уровня, лучше всех в мире. И вот найти, собраться вокруг этого, тогда же становится тогда понятно и смысл, и образование, и науки, потому что местные ученые, местные люди, которые связаны с образованием, они будут работать именно на вот это. И получается, то есть это момент, связанный с местным развитием. А с другой стороны, вот я недавно, вот мы проводили как раз презентацию движения, молодежного проекта «Харьков Going Global» и «Демо разом» на «Металлисте». И нам рассказывали, просто была экскурсия по «Металлисту», и вот очень хороший простой пример, что конструкцию сейчас «Металлиста» делал англичанин, вот, а систему орошения делали голландцы и тоже англичанин. Там на три этажа, со слов того, кто проводил экскурсию, на три этажа выкопана была земля, туда были поставлены соответствующие оборудования, и дальше там орошающие и так далее, а потом сверху уже там вот песок вместе с торфом, и дальше вот это покрытие, да еще оказывается на 3% капроновой там нитью. Вот, то есть, соответственно, о чем я говорю, невозможно создавать где-то в каком-то городе людей, которые могут делать такие вот именно под наш стадион, вот мы здесь в Харькове разовьемся, это получается, вот есть, в Англии есть футбол, мы понимаем, в Нидерландах есть футбол, мы понимаем, что люди этим живут, вокруг этого возникает опять же вот этот кластер людей, которые могут делать эти технологии, и они для всего мира приходят с этими решениями. Они будут делать точно такой же стадион и в Бразилии, и в Соединенных Штатах Америки, и в той же Мексике, о которой я сказал. То есть получается, вот это вот кластеры глобальные, в том смысле, вот, что нужно находить свое место, а с другой стороны, вот наш харьковский металлист, он точно так же входит в мировой кластер футбола, где он берет самое лучшее из всего мира. И благодаря этому, опять же, поднимается, то есть, ну вот поднимался наш металлист, мы все же радовались его успехам в Еврокубках и так далее, только потому, что вот он тоже стал глобальным клубом вот по управлению.
Вот, собственно говоря, вот эта идея, наверное, лежит в основе того, как мы должны поменять вот сотрудничество нашего бизнеса и образования в Харькове с тем, чтобы оно стало смотреть на мировую конкуренцию, на то, как можно конкурировать в мире, как можно здесь создавать такие вещи, которые будут дорого стоить, и как можно за счет этого создавать здесь рабочие места, высокооплачиваемые рабочие места для многих из нас, чтобы в городе было и хорошо зарабатывать, и потом инфраструктура здесь поднималась и так далее, вот на тот уровень, собственно говоря, который мы все хотим. Я бы еще хотел добавить такую вещь, как развитие малого бизнеса. То есть на сегодняшний день, в принципе, и наша страна, да и вся европейские страны, Америка, везде, это на малом бизнесе, малом и среднем бизнесе держится государство. Невозможно построить там заводы, и ничего не будет вокруг сопутствующего. И вот мы проводим, получили грант Темпуса в колледже, и проводим такой проект, где участвует колледж, ХПИ, там еще университеты, где обучаем преподавателей обучать студентов правилу ведения малого бизнеса. Если мы возьмем, обучают, кстати, нас его австрийцы. Почему австрийцы? Потому что в Австрии 80% экономики держится на малом бизнесе. Там, куда не зайдешь, в любую деревеньку заедешь, это дом, это какой-то бизнес. Деревообрабатывающий, там что-то делает, гостиница, ресторан, выращивает что-то. То есть все чем-то заняты. Сегодня к нам, если придешь, ну, на Западной Украине у нас очень развит, достаточно хорошо развит, меньше, конечно, чем в Австрии. А сюда, ближе Восточная Украина, здесь люди немножко, люди не заняты этим, да, то есть гораздо меньше. Если приезжаешь в деревню, смотришь, где вы работаете? Да вот в колхозе, а что свое не делаете? А что мы будем делать? Но когда едешь вот по области, то смотришь, по дороге продают там сыры, молоко, уже такое частное хозяйство, оно очень хорошо развито. Я скажу, что последние лет 10-15 у нас дали свободу этому, и у нас развивалось. Но люди начинают делать, не понимая экономики, они где-то, кто-то банкротится, кто-то хороший, кто-то выпускает плохую продукцию, но потом конкуренция вытесняет. И вот очень важно начать учить студентов именно ведению малого бизнеса. Потому что столько сегодня выпускают студентов, ну, выпустить столько на большие предприятия не нужно инженеров. Там нужны рабочие. Но кто-то не хочет идти рабочим, кто-то чувствует себя самостоятельно, он идет и открывает малые бизнесы. Поэтому у нас сегодня был очень развит у нас и Барабашовский рынок, был очень развиты и другие рынки. Люди, ага, смотрят конъюнктуру, они раз, там швейный цех сделали, там еще что-то сделали. А Харьков всегда был такой швейный город, то есть всегда были так, частные предприятия, в советское время они были полузаконными, потом стали уже законными, ну этот бизнес у нас развивается, это очень хорошо. Поэтому мы рассматриваем движение в эту сторону, обучение экономики, экономики малых предприятий, что очень важно. А это опять та же самая кластеризация, когда ты с самого начала говоришь, там, обувь шьет, кто кому поставляет. Ты там общаешься с такими бизнесами малыми, это там возят такой-то из Китая кожу, это там ткань везет из Италии, тут еще откуда-то, и они все этим обучаются. И у них одна проблема, нет специалистов, нет швей, нет закройщиков, нет модельеров, нет еще чего-то. Это, конечно, сложные вещи. Я вот встречался, ну, это я пошел в такую в легкую промышленность, а если взять вот тяжелую промышленность, мы сейчас обсуждаем, ага, беспилотные самолеты, это тяжелая промышленность, это не тяжелая, это высокоинтеллектуальная промышленность, да, то есть построить самолет, построить к нему систему навигации, управления и все остальное, это очень такая, ну, ПТУ, после ПТУ не сделаешь этого. Сегодня пошла задача, нужно сделать такие танки, которые, маленькие танки там, с оружием, которые будут ездить по земле. То есть хватит беспилотных, хватит уже самолетов, надо вот тут по земле. Ага, он сегодня может здесь, завтра мы можем его куда-то пустить, народное хозяйство запускать. То есть жизнь все время дает возможность для творчества. А если взять, например, тут у нас катера производят в Харькове. Компания Бриг занимает, по-моему, третье или четвертое место в мире по производству катеров. Где у нас яхт. И яхт, да. Где у нас вообще здесь вот море, да? Моря нет, а мы занимаем третье или четвертое место. Это говорит о том, что потенциал здесь сумасшедший. Еще мне, значит, там в истории в конце 19 века здесь был ранен царь. Александр, по-моему, Александр II, да? Который поезд поддерживал, да, Александр III. Да. Александр III. И он сюда ехал в Харьков на выставку виноделия.
Это, когда первый раз почитал, выставка виноделия, Харьков, где здесь вообще виноград растет. Вот этот центр здесь был, ты понимаете, вот этот центр, когда здесь создавал еще покойный мэр Куснарев Барабашовский рынок, это было вот это отношение, ага, вот здесь можно создать его, потому что люди, это было решение большой социальной проблемы, но когда люди остались без работы, но быстро люди сообразили, где что нужно производить, и вот они собрались такой, ага, вот тут надо рынок. Я не говорю там о политических всех этих вещах, но о том социальном, который он сделал, он был большим шагом к этому. Поэтому и сегодня, ага, надо будет сделать самолеты. Я, кстати, видел уже в Харькове ребята сделали такой махокрыл, да, такой голубь, который летает и с камеры. А такого махокрыла я видел год назад, когда изучал дуальную форму обучения в Штутгарте. Фирма Festo немецкая, которая выпускает там биометрическое, как оно называется, кенгуру, настоящий, который бегает, да? Биоробота, бегать тоже голубя. И тут наши ребята, он еще, конечно, далеко от того Festo, но уже начали. За него уже видит, ага, нужно, да, там запустил его, а он там где-то, ну, голубь и голубь летает себе, там что-то снимает. Понимаете, а сегодня мы говорим об электромобилях. Так, это все, это движение. Там в Харькове, в Харьковском политическом университете кафедра сделала, переделала старый Ланос на электромобиль. Слушайте, да это же вообще переворот. Это значит, то есть мы там сейчас начинаем, там будет проект, когда будем такая технологию будем передавать бизнесу. На мастерскую приехал, взял там, вынул старый двигатель, который не работает, туда ставил электромотор, и старый Ланос ездит. Все, во-первых, экономия всего. То есть не надо покупать, там сейчас говорят, 100 тысяч Тесла стоит, там, или еще электромобили. По Харькову едет экомобиль, это классно, это все здорово. Они, ну, во-первых, это город очищает, во-вторых, люди стали этим интересоваться, как что делать. Значит, завтра что нам нужно? Заправки, электрозаправки. Куда ехать, заправлять. Это уже будет вот этот другой бизнесмен, который найдет, так, быстренько сейчас построю электрозаправки. Да, но надо же закрыть, как-то сделать, чтобы он в розетке не заправлялся. Ну, дома можно, а где-то еще. То есть вот это все подталкивает движение людей к новым изобретениям. Поэтому что мы сейчас делаем? Вот мы начали делать дипломные работы в виде стартапов, да, в колледже. Сейчас это будет и в ХПИ, там тоже это делают, такое массовое. Вот у тебя задача не просто там написать, лишь бы отписаться, а сделать проект, который бы жил. Да? Что ты можешь сделать? Вот программу сделай, какой-то там инструмент сделай, какую-то там дверюшку, вот разработай ее, там должна жить. Стартап, он подразумевает под себя не только новинку, он подразумевает под себя и бизнес-план в расчет, и маркетинговые исследования, и все, что касается малого бизнеса. Когда ты сможешь делать малый бизнес, ты сможешь делать и большой бизнес, да? Вырастив, сумев управлять людьми. 4 года назад, когда начал читать лекции в ХПИ, я прямо смотрел скучные лица, говорю, давайте будем делать стартапы. Вот, ребята, вы там все айтишники, делайте веб-сайт. Вот любой веб-сайт, вот разбейтесь на 4 группы, продумайте, что вам надо, делайте, потом будете делать презентацию, все. Наконец, с этой программы из 90 человек осталось 4 группы по 4 человека, где-то 16-17 человек, там где-то было 3-5, которые дошли до финиша, которым это было интересно, которые сделали веб-портал, которые его презентовали, рассказывали, кто чем занимается, почему он удобный и так далее. Это хорошо. Это хорошо, это тот, я никого не заставлял. То есть не хочешь, не надо, потому что это вопрос, это не было курсовое, это не было обязаловкой, но у людей главное, чтобы у них зародилось, у ребят, желание что-то делать. Я думаю, что у большинства молодежи есть такое желание. Вот ты как раз я хотел удачно, удачно вы подвели к тому, что малый и средний бизнес сегодня это очень часто высокотехнологичный бизнес. Вот мы говорим, мы так вот начали с того, что вот сыр продаем и так далее. На самом деле. Более того, именно в малом бизнесе, если это высокотехнологический, больше можно зарабатывать. Это тоже нужно понимать. То есть тот же инженер, который вот хорошо работает в крупной компании, но если ты можешь создать небольшой вот этот стартап, собрать эту команду, 2-3 человека, но которые смогут двигаться, это вот под слово «хорошо зарабатывать» речь идет о том, что можно становиться миллионером. Именно в долларовом эквиваленте. Миллионером в долларовом эквиваленте становятся именно люди, которые правильно делают стартапы, которые делают вот эти малые и средние предприятия. Более того, опять же кластерный подход, который правильно встраивается во всю остальную вот эту экосистему. То есть вот, потому что, опять же, как развиваются сейчас технологии? Они с такой скоростью развиваются, что бы ты ни начинал делать, тебе всегда найдется место, я имею в виду, в любой сфере, потому что очень много еще того, что не сделано.
То есть вот и нужно уловить тренд, нужно увидеть, вот для этого нужна как раз наука, для этого нужно образование, чтобы уловить тренд, что будет пользоваться спросом через 3-5 лет. Вот нужно провести, соответственно, там форсайтовые исследования, это тоже мы будем учить студентов, и кафедры этим будут заниматься, наверное, те, которые вот почувствуют, что это интересно. Вот здесь мне нравится, Эдуард говорит, что о том, что сами пусть люди решают, но в принципе, вот наука, она должна дать прогноз технологического развития, куда идти, что пользуется спросом. Люди могут начинать это делать, то, что будет на перспективу. А дальше во всем мире инвесторы охотятся именно на тех людей, которые делают то, что будет пользоваться спросом через год, через два, через три. Это самые вкусные, самые золотые горы. Вот. И, соответственно, и все просто. Вот он политехнический, вот инженеры, вот малое и среднее предпринимательство. Вот, условно говоря, мы понимаем, куда движется наука, куда движется технология во всем мире. Вот мы делаем то, что будет пользоваться спросом через несколько лет. Вот они, инвесторы, которые уже выстроились в очередь. Только нужно нам как бы правильно там уже регуляторные моменты отрабатывать, научить людям как бы с этим иметь дело, упростить, потому что науку нельзя делать и нельзя делать малый и средний бизнес в условиях там зарегулированности. Вот я видел, от вас выходил Александр Чумак, наверное, он как раз об этом говорил, да, о том, что нам нужно, чтобы в Харькове были условия для бизнеса, где человек, который создает рабочие места, человек, который платит налоги, чтобы этот человек мог нормально работать в цивилизованных условиях, чтобы мы как общество его уважали, благодарили его за то, что он это делает здесь, и все будет прекрасно. Тем более это, как правило, тоже сегодняшние бизнесмены, мы хотим, чтобы вот благодаря тому, что вот мы учим это наших, в том числе и студентов, чтобы это в первую очередь были высокоинтеллектуальные люди, которые понимают, какой вклад они тоже должны сделать в развитие общества. Общество должно их за это уважать, благодарить. И все, то есть все же просто на самом деле. Простая система налогообложения, простая система регулирования, то есть когда мы людям не мешаем нормально работать. Если, да, возникают какие-то вопросы у потребителей, если возникают какие-то моменты недобросовестности и так далее, то во всем мире работает система судов, во всем мире работает система, что и вправду вот тогда уже мы можем обращаться там и просить о защите именно от государства, от такого недобросовестного, но не государство само вмешивается в дела бизнеса, не оно навязывает ему. То есть и тогда вот все просто, нормальные условия регуляторные, нормальные условия, комфортные условия для бизнеса, люди с сознаниями, люди, которые понимают, куда все идет, основа, которая существует, и Харьков становится процветающим городом, как нам сказал Богдан Хаврилишин. Ни на кого не смотрите, вообще берите, делайте правильно, у вас здесь будет просто супер. Вот у нас малая Швейцария есть в Харькове, малая Швейцария. Давайте этим как бы озадачимся. Пусть вот Харьков и будет тоже вот такой Швейцарией. Кто сказал, что она не может? Мы говорим, вот у нас сейчас место, мы находимся, вот опасно для инвесторов. Инвестор, он будет инвестировать, сидя в другой, любой части мира, если он видит, что здесь по-настоящему интеллектуально все прекрасно продумано, он осуществит инвестиции. Конечно, он не построит, может быть, здесь завод, который будет производить большое количество железяк. И слава богу, экология здесь будет лучше. А вот интеллектуальный продукт, ему несложно здесь проинвестировать. Совершенно несложно. Вот, то есть получается, и Швейцария же точно так же жила. Мы всегда знаем, вот сложная там была у них вокруг обстановка, да? Угу. Там вот тут Австрия, энергичная страна, которая вот там только сейчас немножко стала скромнее, перешла на малый и средний бизнес, да? Раньше это была империя, которая во всем участвовала, без нее ни одна хорошая война в Европе не проходила. Вот, рядом французы, тут же рядом немцы. Испанцы, немцы, то есть все люди серьезные, все, как говорится, с амбициями. А швейцарцы вот посередине построили государство, которое вот как раз могло обеспечить безопасность, создали комфортные условия для всех, и вот развивалось чудесным образом. Вот почему это не путь для Харькова. Вопрос? Давайте. Вопрос о том, что когда студент идет работать, и вы видите, что да, мы в этом заинтересованы, вот, развивался в IT-компании, технологии. Насколько в таких хороших, нормальных IT-компаниях, они открыты к молодым людям, которые там второй, третий курс, они еще не настолько там интеллектуальные, да, но то есть как бы все равно присутствуют вокруг те, которые вот хорошие компании, они уже хотят и хороших специалистов. Вот насколько они открыты? Эдуард, да. Я думаю, я думаю, что в это понятие хорошие компании, они там все крутые, это не самый
Совсем не так. То есть это не значит, что там все плохие, там все хорошие, действительно. Но там многие компании, они сильно построили свой бизнес на студентах. А многие компании, некоторые компании там так, на крутых специалистов. Но я вам скажу, что сегодня, ну, вот те компании, с кем я общаюсь, это основные, это IT-кластер, это IT-клуб, где, ну, скажем так, 20-30 компаний, которые мы все друг с другом общаемся, они все только за то, чтобы студенты работали у них. Мы распределили наших студентов. Студенты очень счастливы, что они пошли работать. Причем были тесты, кого-то взяли, кого-то не взяли, и там ребята поняли, когда мы в прошлом году отправляли их, ну, идешь собеседование, а их раз и не берут. Они: как нас не взяли? А ты говоришь, что у тебя английского нет, читать ты не можешь по-английски, знаний у тебя нет, ну сиди, мы тебя не берем. И они взялись, мы там с ними все, они там за месяц подтянули, потому что им хотелось пойти, потому что их одногруппники уже работают, а он сидит здесь, ну, не при делах. И вы знаете, уже в этом году ребята, которые перешли сейчас на третий курс, они это знали. И они уже там тренировались так, что они понимают, что сейчас у них начнутся вступительные экзамены на работу. Да? Они должны пройти собеседование, и они должны попасть на работу. Раньше они говорили: мы пойдем в ту компанию, мы пойдем в ту компанию. А им говорят: не, ребята, вы к нам не годитесь, вы нам не годитесь, вот это хорошее, иди сюда. И так поняли, и они поняли, что тут конкуренция, конкуренция устроится на работу. IT-компании берут с удовольствием, не потому что там им нужны эти люди, а потому что все понимают, что если мы не... Это кластер, да? Мы все понимаем, что если мы сегодня не объединимся с образованием, то завтра они не получат этих специалистов, завтра не получат никого. Вопрос не в том, сколько они будут ему платить, мало или много. Он сегодня сам должен доплатить за то, что его там учится студент, да? Но некоторые компании им платят. Вопрос в том, что то, что они им платят, они не делают свою работу. Они просто сидят возле старшего и смотрят, как он делает, и что-то ему там дают. Его, и за него переделывают работу. Где-то через год он может что-то еще начать реально делать, а работает он у нас, учась у нас, он 2 года. Значит, он год там учится, и год он уже, может быть, наверное, что-то может делать. Но зато, окончив колледж, он становится уже, так сказать, верхним джуниором, да, такой, серьезным джуниором. А если мы говорим, что он поступает в университет, и там тоже идет по этой же методике, то там он уже выходит после университета, уже может выйти и мидлом. То есть все зависит от парня или девушки, которые тут. Ну, вот я еще со стороны добавлю, потому что Эдуард, он как бы вообще участник всего этого процесса. Я немножко со стороны наблюдаю, и вот на презентации IT-кластера в Харькове вот была озвучена инициатива, которая отражает, насколько компании заинтересованы. Они не просто заинтересованы сейчас в студентах. Речь идет о том, что они переживают о том, чтобы в Харькове было сильное преподавание информатики в школах. Угу. Они хотят делать экскурсии для школьников, чтобы они могли пойти посмотреть приличные IT-компании и для себя сделать вывод по поводу того, не выбрать ли им эту карьеру. И уже там, уже еще школьник, у которого уже рядом сильный преподаватель информатики в школе, может задуматься над тем, что ему нужно знать, узнать, определиться, куда поступать, на какую специальность. А почему это нужно бизнесу? А бизнесу нужно, тут же работает простая система. Дают проекты тем, кто может делать эти проекты. Чем сложнее проект, тем он дороже. Вы, компании, хотят получать дорогие проекты, сложные, значит, проекты. А для сложных проектов нужно много квалифицированных людей. Где их взять? Нужно создать среду в Харькове, а она, как бы, предпосылки есть, чтобы у нас в Харькове появилось больше молодых людей, которые могут браться за очень сложные проекты. Поэтому они начинают вот смотреть, да, еще со школы. Вот, и они понимают, что каждый год потерянный, это завтра потерянные вот деньги в больших таких сложных проектах. Это очень серьезный мировой бизнес, он так как бы работает. Mm-hmm. И вот как раз вот на этом мы видим вот эту синергию, вот как, от чего выигрывает. Каждая компания не может взращивать себе кадры. А вот вместе объединившись, IT-кластер, работая с разными, опять же, университетами, вот, то, тоже здесь очень важно, что это не только ХПИ, в Харькове есть ХНУРЭ, в Харькове есть там, даже в Инжеке, да, там уже сейчас осваивают, потому что тоже в IT есть специализация, не все могут в одном вузе даже научить сейчас в IT. Вот. Но работая со всеми вузами, создать среду, когда вузы смогут лучше готовить этих ребят, таким образом, чтобы дальше в компаниях все было, получалось хорошо. А следующий вопрос тоже немножечко пересекается. Вот
Ну, с какими компаниями понятно, они более какие-то продвинутые, они более такие европейские, они прекрасно понимают, что нужно сначала вложить в образование, чтобы получить качественные кадры. А удавалось договориться вот с нашими отечественными предприятиями, чтобы там тоже работали студенты вот в рамках этой индивидуальной формы образования? Ну, скажем так, что IT-компании тоже отечественные. Да, конечно, конечно, да. Вот у нас ребята, которые учатся на факультете, по специальности сейчас станки ЩПУ и гидравлики, они тоже работают. Работают на предприятиях, как на больших. Я скажу так, когда мы начинали, когда начинал этот проект в марте прошлого года, и я поехал, изучил в Штутгарт, потом приехал и уже где-то в апреле, мае начал там активно бегать по заводам, все приехали, да, все классно. Потом, пока получили разрешение в министерстве, что получили мы на эксперимент, ну, ситуация наша сложилась таким образом, что все крупные предприятия, тот же ХАС, Хартрон, сказали, ну, некуда нам брать, у нас самих работы нет. И, конечно, тут мы стали по такой дилемме, так, подожди, мы уже эксперимент стартовали, нужно, мы уже учебный план поменяли, куда их нужно деть. И вы знаете, оказалось, что все очень просто. И мы, то есть это был такой простой путь, сразу раз, отдал там их на ХАС, на ФЭТ, на Хартрон, и все, пусть там учатся. И мы начали бегать по малым предприятиям. И у нас тут есть там торговое оборудование, какое-то холодильное оборудование. То есть небольшие предприятия на 100-200 человек, которые стоят станки с ЧПУ, которые говорят, да нам вот так нужны. И мы туда ребята распределили. То есть они стоят именно на тех, по тем специальностям, возле станка. Его там, может быть, еще не подпускают, а может быть, уже подпускают, это, там преподаватели следят. То есть он следит, как оно работает, что он делает. И таких оказалось у нас предприятий очень много. Я просто давай сразу разовью, чтобы было понятно, куда сейчас движется и вообще что происходит в этой сфере бизнеса, там машиностроения и так далее. Раньше ту работу, которую раньше выполняла 1000 инженеров, сейчас может выполнить 20 человек. То есть вопрос не в том, что на этих предприятиях нету заказа, все остановилось и так далее. Просто сейчас эти работы выполняют 20 человек, и вот отделы сокращаются, и уже нет той потребности. Нужно еще представлять современное вообще машиностроительное предприятие, вот европейское. Это оно совершенно небольшое, то есть вот, наверное, вот можно представить это, вот мы проводим здесь пресс-конференцию, вот где-то 5-6 таких, по территории 5-6 таких комнат, как наш, ну может быть 10, да, и это будет все предприятие. Но что там есть? Там есть треть, это будет расположено, там уже склад готовой продукции, то есть треть это сборочное производство. И треть это вот куда проникнуть совершенно невозможно, там сидят инженеры. Куда можно подходить, заходить только с чипом и вообще там высочайшая секьюрность и так далее. Вот. Вот те ребята, которые сидят там, они придумывают новую модель быстренько. Это вопрос, как они должны все это уметь делать. Дальше предприятие завязано на огромное количество, опять же, поставщиков, вот этих подрядчиков, вот это почему кластер важен, которые подвозят, у каждого есть уникальное оборудование. Сейчас очень много операций можно делать, вот достаточно на Украину, там, чтобы на одном было в Украине 3-4 станка на всю страну, и здесь целые отрасли можно запускать, потому что просто есть станок, вы можете делать, нету станка. То есть и тот, кто построил станок, тот, кто купил этот станок, он может открыть малое предприятие, вывесить, и все будут в очереди крупные другие предприятия стоять к нему для того, чтобы он там обточил и отправил им по новой почте деталь, вот, и которая будет там дорогостоящая. Вот так работает современная экономика. То есть, соответственно, вот в этот сборочный все это собирается, дальше это все собирается, и дальше уже клиенты приходят, забирают это. То есть, получается вот эта распределенность выпускников, и нам вот к этому нужно приучиться. Не надо идти на эти крупные гиганты. Можно и нужно вот находить людей, которые понимают, как сейчас работает бизнес в этой отрасли. Где там сейчас зарабатывают деньги. То есть, у каждой отрасли свои бизнес-модели в мире. Нужно понимать, как в мире зарабатывают на этом деньги. Второй вопрос, опять-таки нужно, чтобы в кластерах, это тоже важное, как раз то, о чем мы говорим, в Украине произошло понимание, как нам в это все строится, потому что элементарно там уже работают такие законы, ты за день не можешь доставить вот этот вот изделие через новую почту. Все, значит, с тобой не будет работать, будет работать с Китаем. Вот, соответственно, нужно так построить здесь работу таможни в Украине и так далее, то есть, чтобы вот эти моменты именно для такого вида там предприятий решались.
То есть, а кто это может сделать? Опять же, кластер, который будет показывать, вот смотрите, мы знаем, как это работает, посмотрите, как это работает в мире. Я имею в виду, кому показывать? Уже политикам, там, вот этим, кого мы выбираем, там, парламентариям и так далее. Те тоже все должны быть люди с пониманием, соответственно, о чем идет речь. Вот если мы это меняем, эти регуляторные правила в том или ином, в той или иной сфере, то автоматически вот здесь произойдет у нас тогда экономические какие-то изменения, прорыв, все. Меряем, то есть ставим цели, делаем, меряем, смотрим результаты, все довольны, движемся дальше. Вот так работают успешные, эффективные сейчас страны в мире. И все. Слушай, здесь еще один вопрос. Да, да. С другой стороны, если посмотреть, что образование, оно, это же не только вузы, есть министерство образования, которое... ну и так далее, вообще-то чиновники были и так далее, которые, ну, они создали эту программу. И те, которые создали, они как бы заинтересованы, чтобы та программа старая там и так далее шла. Какую программу? Нет. Да, да, да. Какую программу создали? Образование. Нет, нет, это как раз новый закон о высшем образовании подразумевает автономность вузов, да, где вузы сами могут создавать свои учебные программы. И этим сейчас, ну, я думаю, что все нормальные вузы этим занимаются, создают свой учебный план, свои учебные программы, которые необходимы. Да? Дальше они, ну, тут у нас целые политические там, эти вещи создают, там аккредитационные комиссии потом разгоняют их, но это уже второй вопрос. Понимаете, бизнес определяет, кого нам нужно учить, а не Министерство образования. Поэтому, когда мы приходим, кто платит за образование? Да? Государство, бюджет, родители, которых нужно, которые хотят своего ребенка выучить, и бизнес, который готов там финансировать, как везде в мире, да, то есть они там бизнес-меценаты, спонсоры, когда они говорят, ага, мы отсюда получаем специалистов, мы вам будем платить, но вы готовьте вот таких хороших специалистов, да, чтобы у нас были вот такие-то. Ага, что вы там готовите? Мы садимся, учебный план, так, все, нас это устраивает. Еще раз говорю, есть обязательные предметы, которые должен пройти для получения высшего образования. Они согласуются с международными всякими болонскими системами и так далее. Есть вариативная часть, которая варьируется от того, что необходимо сегодня непосредственно на рынку. Вот в рамках этого и работа. Поэтому министерство сегодня, в принципе, оно и раньше, то вот вариативную часть, пожалуйста, берите, делайте. И учебные программы ездят профессора, защищают за кафедры, защищают свои специальности и нормально. Да, ну просто вообще то, что происходит с нашими чиновниками, это тоже нужно как бы понимать, потому что фактически и чиновники, они должны выполнять понятные, простые функции. То есть все чиновники не могут придумывать программы. Чиновники не во всем мире так не работают. И у нас в Украине уже есть понимание, я думаю, у вас, если вы задаете этот вопрос, у вас есть это понимание. Значит, будем предполагать, что есть понимание определенной части политиков украинских и далее, которые хотят именно одного, чтобы Украина процветала. Вот, ну, как бы, все же очень просто. То есть есть люди, которые... вот появилось сейчас поколение людей, вот я думаю, вы многие здесь присутствующие тоже принадлежат к этому поколению людей, для которых вот очень хотелось бы, чтобы Украина процветала, чтобы у нее все получилось. И они могут быть везде, они могут быть в политике, они могут быть и среди чиновников и так далее. Когда они это понимают, когда они как бы исходят из такого понимания, то дальше все просто. Оказывается, что все, что неэффективно, нужно убирать. Просто же, банально, да, если оно неэффективно, его нужно убирать, вот, значит, там, где получается у нас в том числе и образование неэффективно, ведь вдумайтесь, другая сторона медали, 5 лет людей в производительном, в общем-то, возрасте, как бы насильно, фактически, загоняют в университет, чтобы он там проводил время. Есть такой ученый, известный американец, кстати, тоже гуру менеджмента в Америке, Том Питерс, это он написал в книжке «Представьте себе», это для американцев он писал, но это значит, что тенденция мировая, это всем понятно. Он говорит, когда я прохожу мимо школы и тюрьмы, мне всегда жалко тех, кто там внутри. Вот, и он написал вот целую, он писал как бы от имени корпоративной Америки, потому что то, о чем мы говорим здесь, он те же вещи, те же идеи продвигал в корпоративной Америке. Он вот целую главу написал про то, что нужно менять вот систему образования, потому что она просто общество не может в 21 веке позволить себе неэффективно тратить время молодежи. Соответственно, это становится понятно всем умным людям, в
том числе и в Украине, все, вузы попадают под ситуацию, что если вы умный вуз, если у вас есть критическая масса мудрых людей, да, которые в состоянии изменяться, просто понимая, что мир поменялся, тогда вы вот должны делать такие вещи, о которых мы сейчас говорим. Если вы не таковы, то просто рынок раздавит вас. Просто у вас не будет будущего. От вас уйдут студенты, от вас уйдут все молодые ребята. Вот, и, собственно говоря, вы прекратите существование. Ну, появятся там пара-тройка риэлторов, которые заработают на том, что продадут как бы вашу недвижимость. Но это уже такой момент, как бы сопутствующее, приятное, но не более того. Если нет вопросов, закончим. Спасибо вам большое. Спасибо большое.